Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим однодиновую автомобильную магнитолу от компании Ergo, модель AR302RCW. Поставляется на фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри находится пластиковый кейс для съемной передней панели. Внутри передняя панель находится. Также имеется инструкция, дистанционный пульт управления, провода подключения акустики и питания со стандартом ISO, стандартный европейский формат, оригинальный гарантийный талон, и также магнитола. Магнитола небольшого размера ввиду отсутствия CD-привода. Вот так вот имеет вид полностью с передней панелью. На передней панели под заглушкой находится разъем USB, чуть ниже разъем AUX. Кнопки управления магнитолы, также небольшой дисплей. Магнитола вместе с шахтой идет сразу. Сзади по разъемам у нас находится антенный разъем, две пары линейных выходов RCA или тюльпаны они еще называются. Разъем для подключения акустики. И также питание. Питание подключается 12 вольт. И также предохранитель на 10 ампер. Магнитолу мы сейчас подключим и пройдемся по настройкам. Подключаем магнитолу. В магнитоле используется только красная подсветка. Цвет изменить нельзя. В данной магнитоле три режима. Это режим радио, USB, также режим AUX. И есть вариант подключения SD-карты для проигрывания музыки. В режиме радио доступно, как всегда, три диапазона. Это FM1, FM2, FM3. В каждом из них можно делать до 6 станций памяти. По стандарту имеются настройки низкие, высокие частоты, баланс, фейдер. Предустановлены эквалайзеры и включение объема низких частот low. Отдельно выведена кнопка управления эквалайзером, что очень удобно переключать. При покупке на данную магнитолу обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.